Есть одна компания, которая на Метро-Экспо 2019 привлекла абсолютно внимание всех посетителей. 20 тысяч предпринимателей, которые не смогли пройти мимо компании Mars. Дим, расскажи, в чем секрет? Ну, на самом деле, мы четвертый год уже участвуем в выставке Метро-Экспо, и третий год подряд мы выступаем с концепцией One Mars. То есть в рамках одного стенда мы представляем все бренды компании Mars, и посетители выставки могут ознакомиться со всей продукцией, не отходя от одного стенда. У нас в этом году основным приоритетом было удобство для покупателя и для посетителя. Поэтому наш стенд был разделен на три части. Это зона приемки заказов, зона активации, где каждый может познакомиться со всеми нашими брендами и продуктами, и фотозона, где посетители выставки могут сделать фотографии и разместить их в соцсетях. Я так полагаю, что у вас происходит там постоянный аншлаг, потому что очередь наблюдается со всех сторон, когда проходишь мимо стенда Mars. Сколько вы продумали эту концепцию? Ну, на самом деле, нам очень приятно, что такое количество посетителей посещает наш стенд. Действительно, временами там собирается много людей. Мы стараемся распределять правильно потоки. И подготовка этого мероприятия у нас заняла достаточно много времени. То есть мы уже готовимся, можно сказать, с Нового года к этому мероприятию. Но зато вы получили гарантированный успех. Это можно сказать, даже еще не подводя итоги самой выставки. Дим, у тебя очень необычно звучит должность. Менеджер по работе с клиентом Метро. Я так понимаю, что это особенная должность в компании Mars. Расскажи, почему. Во-первых, сколько вы работаете уже с Метро? И, во-вторых, почему вам важно с Метро продолжать работу? Ну, на самом деле, компания Mars взаимодействует с Metro Cash & Carry уже 15 лет с момента появления Metro в России. И это успешное сотрудничество, которое год от года развивается. И мы планируем продолжать совместно развиваться. Вот. Если говорить о моей должности, то моя основная задача – это развивать совместный бизнес. То есть сделать так, чтобы наш продукт через полки ритейлера Metro попадал в корзины покупателей и к трейдерам, которые будут продавать этот продукт уже в своих магазинах и на своих торговых площадях. Соответственно, все продукты, которые вы представляете на торговых площадях Метро, они сегодня находятся здесь, все можно потрогать, посмотреть и попробовать, если вдруг кто-то этого еще не сделал. Да, конечно, приходите, у нас все можно посмотреть, можно поучаствовать в активациях, выиграть призы и получить в качестве подарка продукт. Как вы думаете, я брал у вас интервью, у меня получится выиграть приз или нет? Я думаю, у вас все шансы. В общем, приходите туда, там действительно весело, интерактивно, круто. Это не только активация, но и возможность познакомиться и прикоснуться к бренду поближе.